Всем привет, с вами Серж, сайт Soulfinder, и сегодня у нас в студии очередная пара кроссовок Jordan Brand. Выпуск не очень новый, но в качестве такой исторической справки и размышления на тему очень полезный. Air Jordan CP3. Третья именная модель Криса Пола. Вышла, соответственно, 2 года назад. Внутри я вот сейчас попробую разместить. Описание технологии. На паузе, я думаю, что это можно будет прочитать. Давайте мы еще вот так вот поставим. Вот так прям. Это примерно то, что я вам буду рассказывать. Примерно. Кто хочет, может остановить и прочитать это на языке оригинала. Итак, расцветочка, кстати, тоже очень интересная, необычная. Расцветка All Star. Крис Пол должен был в них выступать. По-моему, он не выступал. В общем, они были выпущены к All Star Game, All Star Weekend. Здесь принт в виде таких звездочек, золотых каких-то элементов, стрелочек. Ну, такое, оптимизация. Как раз примерно в то же время расцветка Fade, то есть такая перетекающая от V, была популярна, и на них она применена. Глянцевый нос. Очень стильно, не очень практично. Прошито по всему периметру. Это супер. Еще бы вот здесь вот. Но это, естественно, не ухудшает ситуацию. Кроссовки довольно высокие. По ощущениям, в принципе, все Крисы Полы, которые... Все. Их было 5 пар. Вот все 5, они примерно похожи друг на друга. То есть у них такая более жесткая подошва. Используется подулон. На коробке с внутренней стороны там как раз были вот показаны вот эти секции. Просто другой материал, другая пена. Ну, мы как бы адаптируем это и говорим, другая пена. Внутри здесь, здесь и на пятке. Как мы недавно показывали 5-й, там рисунок поменялся. И теперь не совсем понятно, если здесь все было так, то там иначе. Вы можете найти презентацию на нашем канале и посмотреть. Цифра 10. Соты. Такой натуральный природный материал. Очень прочный. Его используют. Также на подошве используется такая приемчик сплеттер. То есть такой разбрызганной краски. Как у маляра на обуви. Вот сверху кроссовки выглядят наиболее симпатично. От желтого переход к красному. Здесь еще не такой желтый, как здесь. То есть они вот удлиненные. Удлиненные. Посередине на шнуровке плавничок. Он дополнительно фиксирует шнурки. Дополнительно фиксирует сам язычок. Ну, выглядит так довольно интересно. Вот если затянуть их, он будет выступать довольно заметно. Логотип малыша Криса Пола. На пятке значок Jordan Brand. Прорезиненная липучка. Петля прорезиненная. И внутренний мир я сейчас вам тоже покажу на примере второго кроссовка, который я, естественно, как обычно, не расшнуровал. И сейчас расшнурую его при вас. В России, по-моему, было 2 расцветки. Кроссовки пользовались, ну так, относительной популярностью. Это все же Jordan. Jordan приятная модель. Приятные модели выпускает. И также со временем они могут завоевать позицию, может, даже в ретро когда-нибудь. Теперь вы понимаете, почему мы обычно не расшнуровываем кроссовки в прямом эфире, потому что это не круто. Непонятная какая-то схема метрополитена. Неприятная.
ситуация. Отсутствует сапожок в каком-либо виде. Даже резинок нет фиксирующих. Но зато на пятке намного все приятней. Дополнительные подушки секционные такие, прошитые, стеганые, которые позволяют намного лучше фиксировать. Сужающая часть для ахилла, на кармелы такие используются периодически. Внутренняя петля, как на Huarache 2K4, Huarache, она чуть глубже вдавливает ногу, и это очень-очень практично. Стелька не вынимается. Я могу вам сказать, что Крис и Полы уже появились фотографии шестых CP36. Соответственно, они появятся в продаже где-то в декабре-январе текущего или следующего года. Будут доступны в России, а вот эта эксклюзивная расцветка, она остается в прошлом и только дорожает. И сегодня мы рассказали вам о такой важной страничке в истории баскетбольной кроссовочной обуви Jordan для галочки. И с вами был сайт Soul Finder. До новых встреч!